Лишь до плюс 12. Такой будет предстоящая пятница. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Некоторые районы окутает туман. Ветер будет кружить листву со скоростью 3-8 метров в секунду. В темное время суток температура не поднимется выше 6. Днем потеплеет до 12 градусов. Солнце уже не греет так тепло, как было еще пару дней назад. Горожане неохотно, но достают зимние вещи. В воскресенье синоптики обещают первый снег. Пока, правда, мокрый. За окном будет всего лишь 4 с плюсом. Критические погодные условия, связанные с высоким риском пожаров. Так описали специалисты ситуацию в штате Калифорния. Неделя на юге началась с температуры плюс 37. В некоторых частях штата скорость ветра достигала 80 км в час. Без света остались 50 тысяч потребителей. На северной территории Австралии зафиксирован рекорд октябрьских осадков – почти 177 миллиметров. Предыдущее максимальное значение было отмечено 40 лет назад. Всему виной огромное количество штормов, считают синоптики. По сравнению с 2019-м – рост в 17 раз. Завтра в Бобруйске будет пасмурно, без осадков. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 11, ночью температура опустится до 1 градуса. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.